Памятник улыбки и лесенка в небо. Вы находитесь в конце улицы Армянской. Перед вами одно из интересных кафе Львова – «Дзыга». Однако речь сейчас пойдет не совсем о нем. Обратите внимание на небольшой, но весьма оригинальный памятник. Это памятник улыбки, который можно найти только во Львове. Ведь подобного памятника нет нигде в мире. Автором этой работы является известный карикатурист Олег Дергачев. Перед вами скульптура улыбающейся рыбы, которая покоится на бетонном постаменте. Вместо плавников у рыбы человеческие ладони. Этот памятник является одним из самых маленьких во Львове. Его высота вместе с постаментом достигает где-то около 1 метра. Каждые 7 лет памятник заменяют новым, и каждый раз он улыбается по-особенному. Самое приятное то, что все люди, которые впервые видят эту скульптуру, обязательно улыбаются. Если повернетесь вокруг, вы увидите памятник львовскому батеру, весельчаку и разбойнику в шляпе, который всегда готов выпить с вами кружку львовского пива. Это самый маленький памятник в городе. Здесь же есть и особая лесенка, предназначенная для людей, которые хотят добраться до неба. Просто поднимите голову к небу и осмотрите крыши домов, и вы сразу узнаете лестницу, ступеньки которой уменьшаются вверх. Это не единственный интересный памятник Львова. Побродите старыми улочками, и мы обещаем, что Львов обязательно вас удивит.